отец — это такое, как статус, наверное, который никогда не исчезает. И раз ты отец, ты отец на всю жизнь. Поэтому пусть Господь благословит вас, братья, и вас, сестры, за то, что вы нас, братьев, терпите и благословляете, и поддерживаете. Поэтому слава Богу. Слава Богу, Андрей Андреевич. Да, я рад, что вы согласны. Друзья, хотел бы еще раз поприветствовать вас и сказать, что я рад, что вы сегодня разделяете вот это время, этот праздник вместе со своей церковью, с семьей церкви «Благая Весть». И если вы смотрите нас на нашем YouTube-канале, добро пожаловать, мы рады вам. И признаюсь, что на День Отца немножко легче выбирать тему, которую ты хочешь сказать или которую вот есть в тексте, чем на День Матери. Потому что на День Матери, наверное, все-таки труднее найти положительные или хорошие примеры матерей. Они есть, но немножко их меньше. А в Писании намного часто или достаточно часто говорится о положительном примере отцовства. Да? Говорится о братьях. И, конечно же, у нас есть пример идеального отцовства и любви отца, когда речь идет о нашем небесном отце. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами о теме, которая, может быть, не всегда часто или достаточно редко обсуждается, по крайней мере, как мне кажется, но она напрямую связана с отцовством, она напрямую связана к примеру отца. И давайте вместе с вами откроем Священное Писание, 1 Коринфянам 4 глава, 1 Коринфянам 4 глава. Если мы посмотрим, то в этой главе мы видим письмо апостола Павла, которое он пишет церкви, которая находится в Коринфе. И он пишет церкви, у которой есть очень серьезные проблемы. То есть у этой церкви очень большие трудности. Церковь, естественно, состоит из, в основном, верующих, возрожденных свыше людей, но мы видим, что уровень греховности, которая достигла этой церковь, он достаточно большой, он проблематичный, он очень-очень трудный. Ну, давайте посмотрим, что же там происходило. Мы видим, что церковь и члены церкви этой, то есть там, может быть, не было членства, как мы подразумеваем, но часть этой коринфской церкви вела себя таким образом, что бесчестила Бога, что не было Богу угодным. Там были такие вещи, как разделение в церкви, как аморальность, как отсутствие авторитета пастырей, люди судились друг с другом, вместо того, чтобы решать свои вопросы под духовным, Божьим авторитетом в своей жизни. У них были примеры идолопоклонства, были проблемы семейные, были проблемы в форме поклонения, как они поклонялись, были проблемы неправильного использования времени причастия у стола Господня. Было полное или неправильное использование даров Духа Святого в этой церкви. Неправильное учение о воскрешении Иисуса Христа, о смерти и Его воскрешении. То есть мы видим, что церковь была одарена дарами Духа Святого, что Господь благословил ее какими-то способностями, каким-то потенциалом, но мы видим, что это была церковь, которая была незрелая, и она через эту незрелость вела себя во многих вещах греховно. Греховно. Церковь в основном состояла из язычников, но там были также и евреи. И вот Павел в своем письме к Коринфянам, он говорит об этих проблемах, об этом греховном поведении, об этих слабостях, ошибках, неправильном понимании в этой церкви. И он пишет им, достаточно страстно, он пишет им убедительно, он пытается показать им корень этой проблемы, он объясняет это, вкладывает много энергии. Когда мы читаем, просто такое ощущение, что он их убеждает, призывает для того, чтобы они исправились. Это длинное письмо,
Если считать по количеству стихов, это самое длинное письмо из всех писем, которые указаны в Священном Писании. Если считать по словам, то все-таки послание к римлянам немножко дольше. Но, тем не менее, 16 глав первого послания к Коринфянам – это достаточно большое длинное письмо. Так вот, первых 4 главы этого письма апостол Павел говорит о греховности этих людей, об их ошибках, их неправильном поведении, и он периодически останавливается и объясняет им, что у него есть определенные отношения с этой церковью. И он приводит примеры того, как пастор относится к этой церкви, как он, как апостол относится к этой церкви, и какой статус имеют другие служители этой церкви. Ну вот, например, он говорит о том, что он слуга их, он служит им. Он также говорит, что он раб Божий, да, то есть он также полностью принадлежит Богу. Он говорит о том, что он полностью готов исполнять Божьи инструкции или повеления в своей жизни, что он стюард или менеджер или управляющий того или тем, что Бог ему дал как управляющему, и что он должен говорить им правду. То есть он использует также разные метафоры, которые людям вырисовывают картину того, как же должны выглядеть отношения Павла с церковью или других служителей с церковью. Ну, например, опять же, 3 глава, 5 стих, он приводит метафору или пример слуги. 6 стих 3 главы, он говорит о фермерстве, он говорит о том, что он сажал, Аполлос поливал, то есть вот такой пример фермерского хозяйства, да, приводится, чтобы люди могли понять. В 10 стихе он говорит о том, что он строитель, чтобы люди поняли, о чем идет речь, что он строит. В 1 стихе 4 главы опять же говорится, что он слуга или раб. И в 1 стихе 4 главы также говорится о том, что он есть управляющий, он тот, кто менеджирует тем, что Бог его дал. Так вот, Павел вот в этих первых 4 главах он приводит много метафор, много примеров для того, чтобы люди увидели вот этот образ отношений между церковью и Павлом. И потом мы с вами приходим к нашему отрывку текста Священного Писания. И это 4 глава 1 Коринфянам, 4 глава 14 по 21 стих. Давайте мы вместе с вами прочитаем. Я прочитаю в современном русском переводе эти стихи. «Я пишу все это не для того, чтобы вас пристыдить, а чтобы вразумить. Ведь вы мои любимые дети. Будь у вас даже несметное число воспитателей в Христе, отцов не может быть много, ведь это я принес вам радостную весть и тем родил вас для Христа. Я прошу вас, следуйте моему примеру. Поэтому я послал к вам Тимофея. Он мой любимый сын, верный Господу, и он напомнит вам о том, как я в своей жизни следую Христу Иисусу. Согласно с тем, как я учу этому везде, в каждой церкви. У вас есть люди, которые очень зазнались, они думают, что я к вам больше не приду, но я приду и очень скоро, если даст Господь, и выясню не то, каковы речи этих зазнаек, но какова их сила. Ведь царство Бога не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Ко мне прийти к вам? Как мне прийти к вам? С розгой или с любовью? В духе кротости. Несмотря на то, что апостол Павел уже привел много метафор, много примеров, он приносит еще один пример или метафору, вот этот образ отца. Он описывает отношения пастора или апостола с этой церковью, но он фокусируется на очень таком конкретном аспекте этих отношений. Он говорит об отцовстве.
И в 15 стихе это очень четко прописано. «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Кстати, вот этот перевод «тысячи наставников», некоторые переводы «десять тысяч наставников», некоторые переводы говорят «несметное количество» или «несчитанное количество наставников». Смысл в том, что огромное, здесь сарказм немножко используется или ирония, да, то есть, несмотря на то, сколько много у вас наставников, сколько бы их ни было, хоть 10 тысяч. Ведь я, Павел, родил вас во Христе Иисусе через Евангелие, через благую весть. Отец один. Один духовный отец. И это понятие, может быть, мы не часто о нем говорим, может быть, эта фраза чаще звучит в православии или в каких-то других деноминациях, чем по сравнению с баптизмом, но речь идет о духовном отцовстве, о котором говорит конкретно апостол Павел с церкви в Коринфе. Это один способ ему описать те отношения, ту связь, которая есть у него с этой церковью. И сегодня я хочу поговорить именно об этом, потому что апостол Павел говорит, что мои отношения с вами – это как духовный отец. И для того, чтобы нам понять отношения Павла с этой церковью, нам нужно понять, а вообще, как ведет себя отец, как ведет себя духовный отец, и почему апостол Павел сравнивает себя и ставит себя вот на роль духовного отца с этой церковью. Что это значит? Каковы характеристики духовного отцовства, на которые мы можем с вами обратить внимание? Отцовство, оно распространяется на большинство людей, присутствующих здесь. Более того, даже если у вас нет детей биологически, даже если вы не отец сейчас, да, но если речь идет о духовном отцовстве, то это понятие, оно относится абсолютно к каждому верующему человеку. Абсолютно к каждому верующему человеку. Мы чуть позже увидим, почему это так. Так вот, апостол Павел в этих четырех главах говорит о проблемах в Коринфе. Потом с 5 по 16 главе он говорит опять же о проблемах в Коринфе. Но здесь в конце 4 главы он останавливается и он говорит: «Я вам сейчас объясню, почему я вам вообще это все говорю. Я вам сейчас объясню, почему я говорю вам это так эмоционально, с этой энергией, почему для меня это вообще важно. Почему я говорю с вами строго, почему я убеждаю вас». И он объясняет им эту причину, потому что он, апостол Павел, видит себя духовным отцом этой церкви. Духовным отцом этой церкви. Те, кто из вас уже испытали отцовство, особенно подростков, то знают, что иногда с детьми нужно разговаривать строго и строже, чем тебе хотелось бы на самом деле. Так или не так, братья? Да? Ну, по крайней мере, у меня в жизни так. Иногда тебе это неприятно, тебе не хочется это делать. Ты любишь этого ребенка, но тебе нужно дойти до этого ребенка, достичь ему, сказать ему, чтобы на него дошло, чтобы он понял, что это серьезно, что это проблематично. И ты с большей строгостью говоришь о каких-то вещах. Почему мы это делаем, отцы? Почему вы это делаете? Если вы нашли себя в такой ситуации, почему вы говорите строго со своим ребенком, хотя вам этого не хочется делать? Чтобы помочь, а это желание помочь, это доказательство чего? Любви к нему, совершенно верно. Это доказательство нашей любви к этому ребенку. Так вот, апостол Павел говорит: я ваш духовный отец. И если я вам говорю об этих проблемах, я говорю вам, что нужно покаяться. Вот эти проблемы, говорю, укоряю, наставляю вас, призываю измениться. Это потому, что я ваш отец, я вас люблю. У меня есть ответственность по отношению к вам, потому что вы мои духовные дети. И он делает это, потому что он их любит. Отцовство приносит радость.
Оно приносит радость, которую трудно сравнить с другими вещами. Мы видим это из 3 Иоанна, 4 стих, единственной главы этой книги. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Родители, так это или не так? Когда ты, как родитель, видишь, что твой ребенок следует по Слову Божьему, что ты видишь, что он ходит в истине, пребывает в истине, что он действительно ценит Божьи ценности в своей жизни, что он преследует Божьи интересы для своей жизни, а не свои личные, то это приносит тебе радость, как отцу, как матери. А теперь давайте этот же стих прочитаем в противоположности, с противоположной точки зрения. Для меня нет большего горя, большего разочарования, большего, я не знаю, disappointment-а, наверное, огорчения, как слышать, что дети мои не ходят в истине или ходят не в истине. Тот же самый стих, та же самая истина, просто перефразировано по-другому. Вот почему апостол Павел пишет Коринфянам действительно с энергией, с желанием, с наставлением помочь им, потому что когда дети духовные или наши в семье дети, они ходят в истине, это приносит тебе радость, но это приносит тебе и горечь, если это не так. Я думаю, родители, каждый из нас это испытывает в какой-то период своей жизни. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот что ощущал Павел, когда он писал в эту церковь в Коринфе. Вот почему он переживает, вот почему у него есть проблески эмоций в этом письме. Потому что он любящий духовный отец, который пишет своим духовным детям. И в 15 стихе он говорит об интересных вещах. Он говорит: у вас только один духовный отец. У вас может быть много разных людей, которые обучают вас, советуют вам, которых вы, может быть, прислушиваетесь. По-разному, может быть. Но духовный отец только один. То же самое, друзья, и у нас происходит. Мы можем кого-то слушать на Ютубе, мы можем смотреть какие-то книги читать, мы можем читать какие-то статьи, размышлять, прислушиваться. Но человек, который, если так можно выразиться, духовно родил нас или привел нас ко Христу, скорее всего, это не тот человек, которого мы слушаем на Ютубе. И так вот Павел говорит, что у вас, учителей, наставников, может быть очень много, хоть несчитанное количество, но духовный отец у вас один. И поэтому это намного больше, чем то, что ожидается от наставника. Кстати, наставник вот в того времени часто это был раб, который принадлежал семье, который отвечал за присмотр за ребенком. Он отвечал за то, чтобы у него было определенное образование, он помогал ему принимать какие-то ценности, принимать правильные моральные решения. Это человек, который отвечал за моральное воспитание этого ребенка. Так вот, Павел говорит: да хоть 10 тысяч таких наставников у вас было бы. Духовный отец у вас один. И это я, когда речь идет о Павле. Вот почему у него столько силы, столько эмоций, столько вдохновения, когда он пишет это письмо. Он не просто слуга, он не просто раб, он не просто фермер, он не просто менеджер того, что ему доверили, он не просто строитель, который строит какие-то церкви. Он духовный отец, и это намного больше, чем все выше указанные вещи. Он переживал за них, он страдал за них, он думал о них. Он относился к ним как отец. Так давайте вместе с вами очень коротко рассмотрим 5 характеристик духовного отцовства на примере апостола Павла, основываясь на этом отрывке. Давайте попытаемся найти 5 вещей, которые мы видим, делает апостол Павел, когда он говорит о своем примере, как о духовном
Отце. И это важно, потому что речь идет в какой-то степени об ученичестве. Часто, когда речь идет об ученичестве, люди думают, что это какая-то программа обучения или просто какой-то процесс. Кто-то думает это об какой-то информации или какой-то книге. Но вопрос вот каждому из вас. Как мы можем делать учеников? Как мы индивидуально занимаемся ученичеством? Воспроизводим учеников. Вот брат Анатолий, читая раньше во время объявлений цель нашей церкви, да, приобретать и воспитывать радостных и зрелых детей Божьих, созидающих церковь и влияющих на мир для Христа. Это то, что движет нашей церковью. Так вот, как же мы должны воспитывать или делать учеников и воспроизводить их? Так вот, первая характеристика духовного отца – это то, что духовный отец, он рождает кого-то. Человек, у которого нет детей, он не отец. Апостол Павел говорит: «Я ваш духовный отец, потому что через меня вы были рождены во Христе посредством благой вести, которой вы услышали». И мы это видим в 15 стихе. «Я родил вас во Христе Иисусе». Каким образом? Благовествование. Современный перевод этого же стиха. «Ведь это я принес вам радостную весть и тем родил вас для Христа». У вас много Божьих учителей. У вас может быть много наставников. У вас может быть много воспитателей. Но начало от духовного отцовства начинается с рождения ребенка. Отец – это тот, который родил ребенка. Если у тебя нет ребенка, ты не отец. Ты можешь быть мужем, но у тебя нет ребенка, ты не отец. Ты можешь быть сыном, ты можешь быть мужчиной, но ты не отец до той поры, пока ты не родил ребенка. Послушайте, друзья, к сожалению, есть христиане, которые духовно никогда никого не родили. Они не привели никогда никого ко Христу. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто следует за Христом. Ученик Иисуса Христа – это живой организм, это живая личность. И одна из характеристик живой личности – это возможность воспроизводиться, размножаться или рождать детей. И поэтому ученик Иисуса Христа должен иметь способность через ученичество рождать или воспроизводить других учеников. Каждый верующий человек, каждый следующий следователь Иисуса Христа, ученик Иисуса Христа должен в какой-то момент прийти к духовному отцовству, взращивания какой-то личности, детей, знакомых, близких, неважно, во славу Божью. И да, мы не всегда видим часть этого процесса. Как мы уже слышали, иногда мы просто поливаем, и какой-то человек потом срывает этот плод. Иногда Бог не показывает нам, что происходит с тем, во что мы вкладываемся. Иногда Он приоткрывает нам это, и это большая радость. Но за нашу жизнь должен быть какой-то результат, который мы видим, приносит плод нашему ученичеству. Павел был духовным отцом Коринфянам. Деяния 18 главы говорит нам о том, что он пришел в Коринф, он познакомился там с людьми, он был в синагоге, он обучал, преподавал, проповедовал, пытался их убедить. И потом Крисапс на английском, Крисып, по-моему, на русском языке, да, он уверовал, многие люди после этого тоже уверовали, приняли крещение. И таким образом родилась эта церковь, эти люди вместе объединились. Павел был их духовным отцом. Он был тот, кто привел их ко Христу. Это было не единственное место, куда он путешествовал, где он служил. Мы видим, что
Галатам, 4 глава, 19 стих, он говорит следующее. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос». Он опять ссылается на пример отца и детей, и вот он в этих муках рождения, он видит, как они вот чуть-чуть и еще скоро дойдут до этого, они скоро родятся, они приближенные. Кто-то родился, но его нужно взращивать. Он опять говорит о церкви в Галатии, как о своих детях. Когда Павел был в тюрьме, он познакомился там с Анисием, да, на русском языке? Анисимус, а на английском. Правильно, да? Анисий. Анисий, спасибо. Он познакомился с Анисием, и это был раб, которого он также привел ко Христу. Он привел его ко Христу, он говорил ему благую весть. И потом, когда Павел пишет о нем, об Анисии, к Филимону, 1 глава, 10 стих, что он говорит? Он говорит, прошу тебя за моего сына, который стал мне сыном здесь, в тюрьме, за Анисима. Опять же, четкая связь отцовства духовного и его духовного сына. Есть связь между человеком, которого Бог использует как инструмент своей славы, своей воли, для рождения свыше какого-то человека. И, друзья, я очень хочу четко сказать следующую мысль, что важно отметить, что не Павел спасает. Когда речь идет о том, что Павел привел человека ко Христу, это не значит, что вся заслуга идет в этом Павлу, что именно он что-то сделал так очень умело, и вот теперь человек покаялся. Меняет Бог, рождает свыше Бог, сердце изменяет абсолютно Бог. Речь идет о том, что Павел был инструментом, которого Бог использовал для того, чтобы этот человек был изменен в своей сущности, он был рожден свыше. И Павел в 15 стихе очень четко это объясняет. Он им говорит, ведь это я принес вам радостную весть. И если он на этом бы закончил, то оно звучало бы так, что вся заслуга, весь кредит за это действие идет Павлу. Но он потом объясняет, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием или через распространение благой вести. Когда человек рождается свыше, когда происходит вот этот механизм спасения, там есть три составляющих. Три составляющих. Прежде всего, это сила Бога Отца, которая способна восстановить, которая способна простить, которая способна в вечности вести человека в свое присутствие, в свою святость. Сила Бога Отца, которая искупляет, или которая прощает, которая восстанавливает наши отношения с Ним. Как же эта сила проявляется? Она проявляется через второй момент. Она проявляется через действие Иисуса Христа на кресте. То есть эта сила, она доступна нам, она проявляется в нашей жизни тогда, когда мы приходим ко кресту, и на котором мы видим Христа, который умер заместительной жертвой за последствия твоего и моего греха. И третья составляющая. Это человеческая часть. Это человеческая составляющая, которая берет эту хорошую новость того, что сделал Иисус Христос, через о силе, которая проявляется через Иисуса Христа на кресте, и мы ей делимся, мы ее распространяем, мы говорим братьям и сестрам о том, что же произошло, насколько это благословение, это дар от Бога. Мы не заслужили это проявляется Его благодать и милость. Три вещи, которые должны присутствовать. Да, Бог может явиться напрямую человеку, это возможно, но в большинстве случаев Бог использует человека для того, чтобы распространять эту благую весть. Это то, как Бог ее
Бог создал этот процесс. И Павел в этом 15 стихе, он говорит об этом. «Я родил вас», то есть «я донес вам эту благую весть во Христе Иисусе», то есть через ту силу Отца, которую проявил Иисус Христос на кресте. И эта сила, она свидетельствует, засвидетельствована именно благой вестью, хорошими новостями, радостной вестью. Павел говорит, да, Христос, есть эта сила, проявление этой силы. Да, благая весть или слово – это тот инструмент, который меняет сердца, но я – это тот агент, тот инструмент, который использовал Бог для того, чтобы родить вас. И это делает, дает мне определенную связь с вами, ответственность связь с вами, отношения с вами. Я ваш духовный отец. Вот почему он пишет с такой силой, с увещеванием, с наставлением. Он любит их, как любит любящий отец. Есть опасность, что некоторые люди учат о том, что или понимают так, что если Бог суверенен, если все во власти Божьей, то нам не обязательно благовествовать. Бог сам спасет того, кого Он хочет. Бог сам сделает всю свою работу. Нам не нужно куда-то ехать, что-то говорить, вкладывать какие-то ресурсы. Бог захочет, Он все сделает. Друзья, это не так. Это не библейское понимание того, что мы видим в Священном Писании. Да и аминь, Бог суверенен. Да и аминь, Бог не ограничен нашим пониманием. Мы не можем его запихнуть в какую-то коробочку. Но посмотрите, что написано в Евангелии от Матфея, 9 глава, 38 стих. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он спас всех людей? Так написано или нет? О чем нам молиться? Чтобы люди, которые готовы исполнять волю Божью, были посланы для того, чтобы Бог через них собирал эту жатву, чтобы другие были спасены. То есть молитва именно не о силе Божьей. Бог сам свою работу сделает, Он суверенен, Он полностью властен, Он властелин всей вселенной. Молитва не о том, чтобы Иисус Христос проявил эту силу на кресте. Он это сделал раз и навсегда. И теперь прошлый грех, настоящий грех и грех будущего поколения может быть искуплен для тех людей, которые придут к Нему и признают Его своим Спасителем и Господином в жизни. Поэтому мы не молимся о силе Бога, мы не молимся о том, чтобы Иисус проявил свою силу на кресте, а мы молимся о чем? О третьей составляющей. О самом слабом звене из этих трех вещей. О нас с вами. О человеческом факторе. Мы молимся о том, чтобы Бог послал, Господин послал людей, тебя и меня, для того, чтобы я и ты были инструментами того, чтобы Он сделал через Павла в Коринфе, в Галатии, в других церквях. С Тимофеем, с Анисием. Друзья, это то, к чему призван ты и к чему призван я. Или первая характеристика духовного отцовства, которой я верю, призван абсолютно каждый верующий человек, мужчина или женщина, неважно. Но каждый верующий человек – это духовный отец или духовная личность. Она рождает другую. Не сама по себе, не по своей заслуге, но во Христе Иисусе через благовествование. Второе. Духовный Отец, Он любит. Он любит. 14 стих. Я пишу все это не для того, чтобы вас пристыдить. Не для этого, а чтобы вразумить. Так вот, Павел не мотивируется тем, чтобы опустить этих людей, сказать, вы никчемные, вам, у вас ничего не получается, у вас все ужасно в жизни, вы самые греховные люди в мире, да посмотрите, что вы натворили в церкви и так далее и тому подобное. Он говорит, я вам пишу не для того, чтобы публично выставить вас на опозорить, я пишу вам для того, чтобы вразумить. Так вот, вот это слово вразумить, оно определяется увещевать или критиковать с целью изменения поведения, изменения сердца.
Он пишет им это письмо, он просит их, умоляет их, увещевает их, наказывает им. Он пишет это письмо с целью, чтобы они изменили то, что они делают. Не для того, чтобы пристыдить их. Друзья, мы можем в нашей церкви говорить о грехе, но я хочу, чтобы вы очень четко услышали эту мысль. Когда мы говорим о грехе, когда мы говорим об испорченности человека, когда мы говорим о том, что у нас есть определенная недостаточность, речь идет не о том, чтобы мы абсолютно ушли отсюда опущенными, пристыженными и какой я плохой. Речь идет о том, чтобы мы увидели радость в благодати Божьей. Что несмотря на нашу испорченность, несмотря на нашу греховность, несмотря на наши слабости и падения, Бог нас любит и проявляет свою благодать и милость каждый день и восстанавливает наши отношения с Богом Отцом. Разве это не благословение? Разве это не радость? Павел пишет: «Я пишу все это не для того, чтобы вас пристыдить, а чтобы вразумить». Он также пишет о том, что он не пишет, он чуть позже, в следующих нескольких стихах, он говорит о возлюбленности или о том, что это любимый его сын, и он им пишет как любимым своим детям. И вот это слово «любовь», которое там используется, оно используется как агапе вид любви, то есть вид любви полной, вид любви непревосходящей, вид любви, который не просто любовь мужа к жене или друзей друг к другу, а именно вот эта любовь отца, которая абсолютно полная, самый сильный вид любви. 2 Коринфянам 11:11 он так это говорит. А почему? Может быть, потому что я не люблю вас? Но Бог знает, что я люблю. Он любит их, и Он увещевает их. Он пишет к ним это письмо. Его любовь была жертвенной. Это любовь отца к своим детям. Друзья, любящий отец – это отец, который пытается понять своих детей. В вашей семье проявление любви – это отец, который пытается увидеть нужды своих детей, который пытается их восполнить, который пытается понять, что там происходит, в чем они нуждаются, пытается узнать, с кем они дружат, кто на них влияет, какие у них есть слабости, с какими грехами они сейчас борются, в чем их можно укрепить, в чем их можно помочь. А любящий отец – это тот отец, который помогает убрать страхи, нездоровые страхи из жизни ребенка. Это тот, который пытается возрастить их, усилить их, помочь им окрепнуть. Павел таким образом говорит с коринфянами. Он говорит с ними строго, но с другой стороны, он говорит с ними достаточно осторожно, корректно и нежно. Почему? Потому что духовные дети, так же, как и обыкновенные дети, они медленно растут, друзья. Они медленно растут. Они падают. Они спотыкаются. Они что-то разбивают. Они что-то не так делают. Они не туда врезаются, не слушаются. Какая-то беда, что-то где-то делается. Друзья, что обыкновенные дети в нашей семье такие вещи творят, то же самое и духовные дети, которые еще не достигли какой-то зрелости, они уже рожденные свыше христиане, Бог уже их меняет, они уже не рабы греха, но зрелость их еще не проявилась в их жизни, и они будут творить такие вещи. И поэтому духовный отец должен проявлять терпение, он должен проявлять любовь, он должен проявлять нежность к этим духовным детям. Поэтому еще раз, первая характеристика – это то, что духовный отец рождает кого-то. Вторая категория – это то, что духовный отец любит. Третья характеристика – это то, что духовный отец воспитывает или дисциплинирует. Воспитывает или дисциплинирует. Павел говорит о том, что «я не хочу вас пристыдить».
Но в следующей главе он очень конкретно говорит о смертельном наказании для одного из членов этой церкви, для того, чтобы душа у него как бы хоть была сохранена. То есть там были физические какие-то вещи. Он публично освещал их, говорил об этих проблемах, но он заботился, он мотивировался о духовном состоянии этого человека. Он мотивировался тем, чтобы они были здоровые духовно. Он мотивировался желанием восстановить их, взрастить их, укрепить их. Он дисциплинирует их или говорит о дисциплине с целью, чтобы эта церковь крепла. Потому что есть дисциплина, которая перерастает в наказание, друзья. И часто наказание, оно перерастает вот или доходит до такого момента, когда оно уже пользы не приносит. Когда уже ребенку духовному или в семье ты делаешь настолько больно, что он потом очень трудно восстановиться вообще как личности. Он задавлен, растоптан, ему больно. Друзья, это не та цель, которая должна быть у нас, как у отцов. Это не та цель, которая у нас должна быть, как у духовных отцов. Дисциплинировать с целью восстановления, укрепления и роста. Это то, что делал Павел, это то, что он на своем примере показывает, делать должны мы. Я вижу грех, я вижу слабость, я вижу ошибку. Я мотивируюсь изменением их сердца и отношения. И я с любовью, с этой мотивацией, нежно говорю им об этом. Потому что это духовный ребенок. Это человек, который нуждается в росте. Это не наказание. Это дисциплинирование с целью изменений. Это то, что меняет сердца. Это то, что меняет поведение. Но это меняет сердца только, если Дух Святой находится в этом сердце. Мы можем поменять поведение, мы можем поменять какие-то внешние вещи, но в конечном счете сердца меняет Бог. Сердца меняет только Слово. Есть очень отрицательный пример в Священном Писании, который записан в первой книге Царств, 3 глава. Речь идет об Илии. Вы помните ситуацию с ним, да? Кто мне может подсказать, за что Бог говорил о наказании Илии? Потому что он что? Да, он их не остановил, он их не ограничил, он не заставил их прекратить какие-то действия. Друзья, когда речь идет о воспитании детей, я как служитель часто вижу слепую любовь к своим детям. То есть ребенок, он полусвятой, вот только как не летает над водой, но он плохо ничего не делает, он не греховен или греховен, но с кем не бывает. И родители, они проявляют свой эгоизм тем, что они ребенку не запрещают то, что ему нужно запрещать. Не ограничивают его в тех вещах, в которых нужно его ограничить. Не ставят ему определенные рамки, в которых этот ребенок нуждается, и они думают, что они проявляют эту любовь таким образом, но на самом деле это не любовь, это проявление эгоизма, потому что кто сына своего не наказывает, кто розгу не использует, то что? Не показывает, не любит своего ребенка таким образом. Не дисциплинирует его. Я не говорю сейчас о физически или не физически, я говорю принципиально. Это не есть проявление любви. И у Илии это то же самое. И Бог говорит, посмотрите, 3 глава, 13 стих, 1 книги Царств. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину». Какую же вину? Что он сделал? Он знал, что его дети, его сыновья не чествуют, они делают вещи небогобоязненные, они воруют жертвования, они используют те же жертвоприношения не по назначению. Более того, если мы посмотрим в 4 стихе, что там написано, там вообще они занимались
сексуальными вещами у ворот скинии, у ворот шатра. Это насколько нужно упасть в грех для того, чтобы эти вещи творить. Он это знал. Он это не остановил. И более того, когда он разговаривал с ними, бросается, знаете, что в глаза? Мне говорят, мне доносятся слухи. Мне сказали, я узнал извне, что вы тут такое творите. Вопрос, как назвать отца, который не знает, что с его детьми происходит, когда он узнает об этих вещах извне, когда он узнает об этих вещах со стороны. И я не говорю, что мы должны абсолютно каждую вещь знать. Понятно, что есть вещи, которых мы, как родители, не знаем, никто не совершенен, но когда доходит до того, что они творили, на месте поклонения Богу, и отец это не знал и не остановил, Господь говорит о наказании. Господь говорит о наказании. Поэтому третье, духовный отец, любящий отец, это тот, кто дисциплинирует, и делает это с целью изменения сердца, характера и поведения, который иногда наказывает, который иногда ограничивает, но мотивируется любовью к этому ребенку, духовному или в своей семье. Четвертый пункт духовного отцовства – это, друзья, подавание примера. Это подавать пример своей жизнью. Апостол Павел говорит удивительнейшую вещь. Он говорит: «Я к вам скоро приду. Бог даст, я к вам скоро приду. Но знаете что? Я приду, я разберусь, но я вам посылаю Тимофея. Потому что Тимофей – это тот, в кого вложил свое время Павел, кто был его учеником, кто воспитывался Павлом, кто отражал ценности апостола Павла, кто ходил, служил, воспитывался им. И теперь Павел, для того, чтобы показать себя, показать свой характер, показать тот, кто он есть, и влиять на эту церковь в Коринфе, он посылает Тимофея и говорит: «Вот смотрите на него». Вот вы, когда вы его увидите, это то, что я делаю, это то, что я сказал. И когда он придет, он вам засвидетельствует о чем-то. Друзья, если у вас в жизни кто-то, которого вы воспитали как христианина, который бы в такой же мере, в полной мере отражал ваши христианские ценности, мои христианские ценности в жизни. Апостол Павел, это был Тимофей. Он воспитал ученика, который отражал ценности своего учителя, который впитывал это, который вникал в это. И апостолу Павлу не стыдно было послать Тимофея и сказать: вот он придет, и он будет отражать то, что я вас учил, чему я вам говорю. То, что он говорит, это то, что я говорю. Друзья, каждый из нас призван воспитывать учеников, взращивать учеников. Может быть, это ребенок в вашей семье, может быть, это кто-то из вашего окружения, может быть, это ваш сосед, где вы живете. Но каждый из нас, на примере апостола Павла, призван к тому, чтобы передавать эти ценности другому человеку, чтобы он становился похожими на нас. Проблема в том, что мы иногда на себя смотрим и мы говорим: а мы не хотим, чтобы он был похожий на нас. Я не живу так, как меня Бог призывает. Страшно-то как. Там 20 Васильев бегает по городу Лейси. У меня и так куча своего багажа, и здесь в 20 раз их больше. Представляете? Друзья, это то, к чему призван каждый следующий ученик Иисуса Христа. И последняя, пятая характеристика духовного отцовства – это человек, который учит, который преподает, который передает свои ценности и то, что он увидел в Священном Писании другому человеку. Интересно заметить, что он делает это не только своими словами. Апостол Павел говорит: вот я приду к вам, и я потом увижу, кто из вас болтает, я перефразирую, болтает,
а кто действительно этим живет. А Тимофей к вам придет, и он вам расскажет, как я живу, что я делаю, и вы это сравните с тем, что я проповедую во всех церквях, в которые я прихожу. То есть есть конкретный свидетель, который говорит о Павле, что его жизнь, его реальная, каждодневная жизнь, она не расходится с тем, что он проповедует в синагоге, чему он учит. Опять же, вопрос ко мне и каждому из нас сегодня, насколько наша духовно-церковная жизнь отличается от того, как мы живем дома с понедельника по субботу. Друзья, ничто не повредит здоровью, духовному здоровью наших детей и наших духовных детей, как вот эта двойственность, которую они видят в воскресенье, когда мы сидим на служении и говорим правильные вещи, правильным тоном, в правильном контексте, с правильной одеждой, и то, как мы ведем себя с понедельника по субботу дома. Вы бы хотели следовать за человеком, за духовным отцом, у которого раздвоение огромное? Наверное, нет. Наши дети тоже этого не захотят. Они тоже это видят, они это чувствуют. Поэтому, друзья, пять характеристик, пять вещей, которые мы видим на примере апостола Павла, как он проявлял свое духовное отцовство к этим людям в Коринфе, которых он видел своими духовными детьми. Первое. Духовный отец рождает. Павел родил их во Христе Иисусе через благовествование. Второе. Духовный отец любит, любит полностью, мотивируется этой любовью. Третье. Он дисциплинирует, но делает это не как наказание, а делает это с целью изменения поведения, сердца, характера человека. Четвертое. Он подает пример реальной жизни. И пятое. Он учит, и это учение не расходится с его реальной жизнью. Он делает то, чему учит, и он учит то, что он делает. Мой призыв каждому отцу, каждой матери, каждому ученику Иисуса Христа сегодня, чтобы каждый из нас стремился исполнять эти вещи в своей жизни. Если сегодня у вас нет в жизни человека, в которого вы инвестируете время и ресурсы для того, чтобы воспроизвести ученика во славу Божью, друзья, молитесь об этом, чтобы Господь послал вам этого человека. Молитесь о том, чтобы вы были открыты к тому, чтобы этого человека, этого ребенка, который незрелый, воспитывать, чтобы ему говорить это так, как он это может понимать, чтобы этот человек воспринимал это. Друзья, пусть наша церковь будет церковью, которая действительно приобретает и воспитывает учеников для славы Божьей. Аминь.